Алло. А я смотри, не, я просто говорю, я могу очень классно. Справа, классно. Да, ты где? Ага. А ты хочешь присоединяйся к нам? Да давай, слушай, я узнаю жизни вот в Чикаго. Давай, присоединяйся. Да, давай. Там, там прекрасные просторы, там наши такие холмы, там, там Москва-река. Здесь, знаешь, такие ароматы. Давай. Так подожди, так время еще есть, давай, присоединяйся к нам. Конечно. Это тебе... Фигура, она ниже меня, но она такая, как, такая сидящая с собой, такая вся. Ну, давай спроси что-нибудь тогда. А сколько у тебя было мужиков? Я сбилась со счета. А какая твоя любимая поза? Не знаю, я люблю сверху. Сверху? То есть ты любишь быть доминанткой? Ну, иногда люблю, но если как мужчина подходящий, можно тоже сзади. Сзади? То есть ты любишь? Да. Ну, я люблю и нормальную классическую. Классическую? Не знаю, это зависит, наверное, даже не от, от поз, а зависит, наверное, от партнера. Насколько он интересен. То есть, ну, я люблю активность вообще и в жизни, и в творчестве, и во всем. Чтобы как-то не было скучно. А какие у тебя самые вот любимые воспоминания о сексе? Сережа. Что ты помнишь, вспоминаешь? Ну, прям так с исходов. Тоже мне надо как-то подумать. О, около зеркала. Да, было один раз в ванне. Да. Причем это было очень, скажем, даже, я бы сказала, яростное что-то. Не такая, скажем, нестандартная ситуация. Я сама даже не могла предположить, что такое может быть. Еще? А в детстве ты часто мастурбировала? Слушай, Сереж, спроси меня что-нибудь другое. А ты начинаешь сомневаться в том... Есть много других интересных вопросов. Да. А почему ты решила стать художницей? А вот это лучше. Не знаю, у меня было предчувствие еще с детства, что я хотела бы рисовать всю свою жизнь и посвятить себя красоте, любви, вдохновению. У меня был какой-то внутренний голос еще с детства, когда мне было 3 года, что мне суждено быть художником. Ты ничего уже ни о чем не жалеешь. Были моменты, когда, ну, в трудные, наверное, моменты жизни, да. Наверное, иногда думаешь, что чтобы быть вообще художником, это психически и физически очень тяжело. Но это только на короткие моменты. Потом понимаешь, что какое-то счастье, то, что тебе дано вообще дана возможность создавать свой мир, которого, может быть, нет в реале. И он намного идеальнее, он лучше, он красивее. И ты режиссер, ты пишешь, ты творишь то, что, может быть, в жизни не может быть. Ну, и дальше? А какие тебе мужчины нравятся? Какого типа? Наверное, не очень крутые, мне нравятся такие... Ну, ты имеешь в виду по физическим данным? По физическим, да, конечно, не умственным, физическим. Ну, наверное, чтобы он был все-таки или с моего роста, или даже выше меня. Mm-hmm. Вот. И даже, наверное, ну да, наверное, тоже важно. Мне важно, чтобы он был относительно спортивным, активным. И с фантазией. С фантазией, да. Мне очень важно, чтобы человек был с фантазией и не зажат. А у тебя был, ты часто на природе, у тебя были эти вот, любовь на природе? Да, была. В лесу там, в черном, страшно. В поле. В поле. Да. Это где, в Германии или здесь? Нет, это не даже не в Москве, это, по-моему, на Валдае. Ну, что там было интересно? У меня там был пленэр. Пленэр. С другими моими коллегами, да.
вышло внезапно, но ну, я об этом не жалею. Поэтому спасибо. А еще вспомнила, у меня было потрясающее романтическое путешествие. И была непостоянная любовь на Сейшелах. Да, прямо в Индийском океане. Это было, наверное, самое сильное, неповторимое чувство, которое возникло. И, наверное, никогда не забудется в моей жизни. На Сейшелах. Да. Само название очень манящее, завораживающее, магнитирующее. То есть тебе сейчас 39 лет? 38, не 38. Надо. 38. И ты еще ни о чем не жалеешь? Пока нет. А жалеть, мне кажется, не имеет смысла, потому что мы только портим свои воспоминания с какими-то там жалостью к себе, там, к каким-то, может быть, поступкам, которые мы совершали, и уже как бы изменить ничего нельзя, но жизнь продолжается, и просто в дальнейшем, может быть, то, что ты когда-то уже творила и делала, то, что о чем-то сожалел, еще раз не повторишь.